повороте, на повороте сбили светофор. Поэтому, ну, как бы непонятно, где куда смотреть там, да, вот смотришь на с правой стороны, который, да, вот. Очередного лихача в Москве. Вот я, честно, вы знаете, вот иногда начинаешь сомневаться в адекватности вообще и наличии хоть какого-то вообще мозга у людей. Значит, очередного какого-то блогера, очередного какого-то гонщика поймали. Устраивал гонки, значит, в Лефортовском тоннеле, там, шашечки играл, там, за 150 летел, и так далее, и так далее. Вот. Ну, в тоннеле это вообще опасно, потому что там вот, грубо говоря, одного стукнешь, и там как в этом, там сработает эффект домино. Вот. Все, кто куда полетят в тоннеле, это пробка навсегда. Вот. Так сказать, не буду называть национальность этого кретина, чтобы не обижать Рамзана Кадырова. Но я просто понять не могу. Его поймали, через 40 минут его поймали. И доставили в полицию. Ну вот, сколько уже примеров было, что в Москве куролесить это себе дороже. В Москве находят за час, полтора, два... любого человека. На сегодняшний день система наблюдения, контроля, опознания как бы настолько одна из самых совершенных в мире. Наверное, в Китае только может покруче быть. Вот. Но наши технологии контроля движения, определения личности и так далее, для кого может быть новость, Европа покупает наше программное обеспечение и вот эти вот системы безопасности. Это к вопросу о том, а что еще продает Россия, кроме нефти и газа. Поймали через 40 минут, тут же взяли за жабры, остановили, положили, как говорится, в жижу мордой. Вот. И сейчас очередное чучело, спустившееся с гор, будет опять просить прощения у всей России. И опять позорить свою семью, свой народ. Я понять не могу. Кто-нибудь уже, не знаю, там, прямо вот развесьте плакаты везде, чтобы просто люди понимали, что найти тебя там не составит никакого труда. Ну, хватит уже. Ну, как бы, реально, ладно, они сами бьются, как говорится, там, насмерть, допустим, да. Верите, никакого сожаления, никакого сочувствия, как говорится, ну, одним дураком меньше. Ну, потому что, ну, а как по-другому, да? Ну, я понимаю, бы он там разбился там в погоне, там, я не знаю, там, за каким-нибудь преступником. Или разбился бы там, там, не знаю, там, доставляя умирающего там ребенка в больницу. Вот, и так далее. Нет, они обдолбанные, обкуренные по самые, как говорится, уши. Носятся по Москве на этих тюнингованных машинах спортивных. Бьются сами, убивают и калечат людей. Вот. Если не убился, где-то убежал, его поймали. Ну сколько можно? Ну вот они. Я, вот честно говоря, вот реально задаешься вопросом, там мозги вообще есть? Ну вроде же нормальные, как бы так вот люди, да, там что-то там действительно совершают, какие-то там и поступки важные и хорошие, и так далее. И так далее. Ну откуда берется вот этот вот идиотизм в тоннеле гонять, устраивать шашечки? Недавно, вот, собственно говоря, представитель, как говорится, тоже этого же, там, скажем, народа убился нахер и друга своего убил и людей покалечил. Не прошло, недели не прошло, опять ловят такого же клоуна. Ну вот реально вот после как бы вот таких событий задаешься вопросом, там мозги вообще есть у людей, чем они вообще думают? Не, ну правда, ну это же опасность создает. Ну, еще раз говорю, убился нахер сам, мне насрать, как говорится, туда ему и дорога. Что искал, то нашел. Людей же убивают, понимаете, калечат людей. Калечат на всю жизнь. Ну, представляете, люди там поломанными руками, ногами ходить не могут. Вот эта вот женщина, которая там блогер тоже один, аварию массовую устроил, там, по-моему, 5 или 6 машин собрал. Женщина там очень сильно пострадала. Она же все, она в коляске на всю жизнь, прикованная. У нее там суставы коленные раздроблены и так далее, и так далее. И там операции сделали, сколько там, какой-то там
там 5 или 6 операций. Ну, вроде как, есть надежда на то, что она там пойдет. Ну, как это вот пойдет? Ну, что... И главное же, ловят, понимаете? А те потом стоят, сопли жуют, простите нас, мы больше не будем. Здоровые мужики, бородатые, как говорится там, да? А стоят, как детский сад какой-то. Противно смотреть. Вот. Где посадки, где? Нет, ну вопрос-то, за что его сажать-то? У него заберут права. Вот. Я считаю, что в этом случае надо конфисковывать автомобиль в пользу государства. В пользу государства конфисковывать автомобиль. Там же тачки у них заряженные, мама дорогая. Там тачки по минимум там по 5-6 лямов. А то и больше. Они же там прокачанные, как говорится, там под самое не могу. Тачки забирать, пожизненно лишать права на вождение автомобиля. Если попался за рулем автомобиля без прав, как бы с таким там решением суда, ну тогда уже срок давать за нарушение судебного постановления. И за нарушение судебного постановления я бы давал хорошие сроки. Сразу, как говорится. Закон надо заставлять уважать. Нужно пятерочку сразу строгача, как говорится, начинать с мизеров. Вот. Пятерочку строгача просто сразу за такое. За нарушение исполнения закона. Вот и все. Вот и все. Кто там у нас заболел-то? Кто заболел? У нас там тоже веселуха. У нас в классе ребенок заболел, показания на ковид. У нас тоже весь класс отправили на удаленку. Вот. Вот еще один. Вот еще один. Что ты исполняешь тоже? Вот. Так что мы сейчас неделю всю сидим на этом, на удаленке. Весело. Вот. Сейчас всех прогонят через ПЦР-тест, посмотрят. По-моему, 6 числа сдаем, если я не ошибаюсь. Но мой-то не ходил, у нас палец нарвал. У нас был палец, как бы, там, но он собирал лего. Видимо, надавил или грыз ноготь, знаете, заусенец потащил. У нас, ну, палец нарвал, как бы, на правой руке указательный. Понятно, что писать он не может. Ну, там, мазь там этого Вишневского, там еще там что-то, палец замотали, такая колбаса была. Поэтому он у нас в школу не ходил. У нас он не ходил, получается, там 4 там, или 3 дня. То есть, есть надежда, что у нас как бы все будет хорошо. Вот. Но все равно придется сдавать ПЦР-тест и неделю сидеть на удаленке. Обидно, обидно. Дети стали болеть, видите? Вирус стал более как бы такой, ну... Раньше, если дети это было, ну, заболевшие, это нонсенс, то сейчас дети болеют. Причем, как бы, ну, так, массово достаточно. Да. Да нет, я думаю, что будет все хорошо. У меня есть подозрение, я же говорил, что у меня у жены антитела. Мы хотели, ну, она хотела идти сдавать, ну, в смысле, делать прививку. Еще там в феврале месяце, там что-то, по-моему, ну, этого года, в феврале месяце, она пошла, сдала на антитела, у нее антитела были, вот. И, ну так, мы понимаем, что они переболели где-то в ноябре прошлого года, где-то в конце ноября. Я в это время был в Ростове-на-Дону на съемках, а они у меня с температурой немножко небольшой повалялись, там что-то там 3-4 дня. Ну, бессимптомно переболели, что называется. Вот. И у нее были антитела. Но если были у нее антитела, учитывая, что они с малым вместе, так сказать, болели, вот, то я так понимаю, что и у ребенка есть антитела. Просто мы не сдавали, как бы, у него, ну, не интересовались. Вот. И потом, когда вот эта вся случилась история с заболеванием одноклассника, то мой не ходил просто в этот, не ходил в школу. Вот в чем дело. 4 дня нас не было в школе. Ну, посмотрим. 6 числа ПЦР пойдем сдавать, там будет понятно. Здрасте всем. Гепариновая мазь. Ну, знаете, у нас есть, в принципе, врач, как бы, там, ну, который прям вот реально семейный врач. Она там Богдашку с самого рождения, что называется, ведет. У нас как-то сложились очень хорошие такие человеческие, приятельские отношения. Вот. И мы как бы по любому поводу консультируемся с врачом все-таки. Поэтому, ну, да, наверное, гепариновая мазь хорошо, да-да-да. Здрасте, добрый день, всем привет.
Да. Всем привет. Я ваш спаситель, что-то я ваш спаситель, да. Сейчас классы на карантин отправляют. Да, классы отправляют на карантин, да, действительно. Вот. У нас получается третий класс на карантине. Там вообще прилично ребят заболело. Там трое или четверо заболело. Вот. Второй класс вот наш отправили. Ну, посмотрим, что будет. Я надеюсь, что все будет хорошо. Артистов? Да что артистов-то? Причем как бы артистов? Людей много умерло. Слушайте, по 1000 человек каждый день умирает. Вы что? Такое вообще... Даже не вспомнишь, когда такое было. Наверное, Великую Отечественную войну только. Из Кингисеппа. Здрасте, Кингисепп. Скучали, да? Ну, ничего. Да. Да подождите здоровья ребенку. Он еще не болеет, как бы. Че здоровье-то? Ну, все еще будет хорошо, надеюсь. Вот. Житомир, здрасте, да. Спасибо. Ну, посмотрим, как бы. Главное там, чтобы просто, ну... Не покосило. Сейчас будет понятно. Инкубационные сейчас примерно 4-6 дней, если мы о Дельте говорим. Вот. Потому что этот аксиом или оксимер, как его там, не помню. Вот. Он у него быстрее. У него там буквально 4 дня, и все становится понятно. Ну. Скажите, пожалуйста, можно ли стать актером или режиссером без профессионального образования? Нет. Нет. И, как бы, ну, в смысле, в истории кинематографии, в том числе и российской, есть такие случаи, но люди все равно потом приходят к тому, что надо идти учиться. Вы без образования актерского не можете рассчитывать на что-то значимое, что-то серьезное в профессии. Ну, актерской. Вот. Вы можете там играть где-нибудь в эпизодиках, играть там в массовочке, бегать. Ну, как бы, да, если образования нету. А... Не, ну при условии... А нет, ну может быть у вас какой-нибудь, я не знаю, там... Может вы какой-нибудь гений? Там, ну в смысле, в актерском мастерстве. Ну бывают такие, знаете, самородки. Самородки такие бывают. Но все равно, рано или поздно, ваш любой талант, он должен быть оформлен как-то, ну скажем так, юридически. Вот, юридически. Даже, грубо говоря, поэтам, нужен диплом о образовании, там, я не знаю, там филологический факультет, чтобы они там закончили или еще что-то. Вот. Потому что, ну, просто быть поэтом без бумажки можно, конечно, но лучше бумажку иметь. Потому что, ну, вы же все хотите получать хотя бы маленькую эту, ну, пенсию, правда? Бортич? Нет, у Бортич есть какое-то образование. Она что-то там заканчивала, какую-то школу, студию, что-то такое. Вот. Ну потом там, знаете, как это, в Минске там своя система образования, что называется, актерская. Бортич, она же у нас, это, она же у нас из Белоруссии, минчанка, беженка. Вот. Образование не важно, да, ну пускай как бы это, вот, пускай попробует, рискнет, что тут сказать вашему сыну. Естественно, конечно, он умнее, он все знает, ну, господи, мы что, такими не были, как они, были. Мы тоже говорили, что родители нифига не понимают, что все сейчас по-другому и тому подобное и так далее. Не-не-не-не-не. Вот. Пускай как бы рискнет, у него жизнь одна, поэтому он, конечно, может не рискнуть и прожить без образования. Вот. Ну, где-то он, конечно, будет работать, ну, в смысле, там, пока, как говорится, там, ну, молодой, там, да, может быть, там даже там это будет зарабатывать нормально. Но без образования... Нет, я, конечно, понимаю, что, может быть, для него там Элон Маск, там, пример. У него там 3, по-моему, неоконченных образования. Но дело в том, что, как бы, Элон Маск, он менеджер управляющий, он не ученый, там, да, не какой-то там изобретатель, не инженер и так далее. Он просто хорошо умеет пиарить, раскручивать и продавать то, что придумали другие люди с образованием. Как говорится, троечники, как я всегда говорю, троечники нужны для того, чтобы продвигать изобретения научные какие-то отличников. Потому что, как правило, отличники очень, ну, в редких случаях способны сами пробиться. Отличников, каких-нибудь гениев, каких-нибудь там самородков надо уметь продвигать. Их нужно двигать и на них зарабатывать. Вот Элон Маск зарабатывает как раз на отличниках, будучи самим троечником, без образования и так далее. Но он умеет зарабатывать на отличниках, на тех изобретениях, как бы, которые придумали другие. Понятно, что он как бы с ними там в доле по всем вопросам.
Вот, и он продает. Ну и плюс еще Илон Маска много денег вкладывает в Пентагон. Вот, потому что многие научные разработки, которые он продает, продвигает, они, как правило, ну, такие для военных целей, нужд, очень тоже как бы нужны. И он и покупает патенты, кстати, у этих отличников он покупает патенты, какую-то и там долю малую оставляет. Ну, так сказать, да, на тот случай, если вдруг они еще что-то придумают. Но в целом, Илон Маск покупает патенты, и в том числе, как бы, и их продает, и продвигает. Там очень много такой товарищ, ну, он действительно уникальный человек. Будучи, в общем-то, без серьезного какого-то образования, там, один из самых богатых людей мира. Но таких, как Илон Маск, на там несколько миллиардов населения там 1-2 встречается. Вот. Так что образование нужно просто как бы для того, чтобы ну лучше работали мозги. Вы думаете, что все те предметы, которые дети в школах там изучают, они им в жизни пригодятся? Нет. Все эти предметы прокачивают их, как говорится, жесткий диск, операционную систему, нейронные связи, чтобы быстрее голова соображала. Вот, потому что растет мозг. Причем вот именно в возрасте с 6 до 16 лет, вот это 10 лет, это самый активный рост мозга, самое активное его поглощение любой информации, переваривание и так далее. Дальше жизнь сама, да, ну, расставит приоритеты, и мозг сконцентрируется на каких-то, ну, важных вещах. Но у него есть возможность, у него операционка большая, у него жесткий диск как бы прокачан хорошо, вот. И вообще в целом как бы он ну, развит. Понятно, что та же там тригонометрия и так далее, там еще там что, геометрия, химия, физика. Ну, какие-то общие там вещи, необходимые для жизни, они, конечно, нам дают, но в целом глобальное изучение, да, вот там тригонометрия, например, там, или там какая-нибудь там уже такая алгебра уровня института. Информатика. Зачем это детям спрашивается? А вот чтобы башка работала хорошо. А потом вдруг как бы откроется талант. Этот талант потом подхватывают и тащат. И мы таким образом отделяем зерна от плевел и получаем себе хороших ученых, математиков, физиков, химиков и так далее. То есть все идет в работу. Все идет в работу. Ничего, не, как говорится, мимо кассы не проходит. Да. Во втором классе проекты? Да нет, как бы, какие-то там рефераты, может, будут писать и так далее. Я не думаю, что в этом есть смысл, потому что, ну... Другое дело, что вот сейчас английский язык во втором классе пошел. Я, честно говоря, я офигел, потому что у меня мама преподаватель английского. У нее самой глаза на лоб полезли. Мы это начинали в пятом классе изучать, а они уже во втором классе изучают. Можете себе представить? Жесть просто. Жесть. Хорошо, что у меня как бы жена в английском шарит хорошо. Ну, то есть она занималась, у нее практика достаточно такая, ну, хорошая, разговорная. И она учила грамматику. То есть, как бы она, в принципе, на первых порах сейчас может ему что-то помочь. Ну, в смысле, потому что, конечно, для изучения английского языка там 45 минут на 30 человек. Ну, поверьте мне, это просто, что называется, радио послушать. Это вообще, в принципе, ни о чем, я считаю. Потому что, ну, когда класс 30 человек, а урок 45 минут, о каком английском может идти речь? Этот класс как минимум нужно на 3 поделить и сделать занятие там, ну, хотя бы часа по полтора. Ну, 2 раза по 45 минут. Ну, лента, как в институте, лента, чтобы была. Тогда еще, наверное, да, есть смысл его учить. Потому что, ну, когда такие условия, то это все сбрасывается на родителей, и это все сбрасывается на доп. Занятия, доп. Педагогов. Потому что, ну, вы же понимаете, что за 45 минут выучить английский, там, какой-то там, ну, конкретно пример там, допустим, да, это же нереально. Это же нужно проверить домашнее задание и дать еще новое какое-то, в смысле, объяснение. Что вы хотите от детей? С другими, другой язык и так далее. То есть с
такой программой, как сегодня, дети должны уходить в школу в 9, а возвращаться из нее в 6. Это при условии, что у них там будет 6 уроков, грубо говоря. Ну, в смысле, 6 лент как минимум должно быть. 6 раз там, 2 раза по 45. 6, короче, там сколько, 6, 7, 9 часов нужно заниматься сегодняшней программой. Вот я лично считаю, то есть я вот так вот смотрю, по тому количеству уроков, которые им задают, я понимаю, что учитель в лучшем случае поверхностно дает какие-то вещи, ну, обозначает. У него нет возможности, ну, каждому, что называется, вложить в голову. Во-первых, потому что класс большой, во-вторых, потому что времени мало. Ну, что такое 45 минут? Проверить домашнее задание и дать новое. Это же вот учитель отбубнил, что называется, вторую половину. Даже если он там первые 15, там 20 минут, там, допустим, они отвечают на предыдущую тему, то вторые 25 минут учитель в лучшем случае отбубнил задание. И все, поняли, не поняли. Это уже его не волнует, он на следующий день спросит. Получается, а как ребенку, ну, доложить? Получается, что родители должны, а потом этому же педагогу дать денег, чтобы он пришел на час-полтора и позанимался с вашим чадом дома теперь отдельно, индивидуально. Да нет, он тоже у нас хорошо по-английски. У нас как бы он ходит на занятия, но у них там больше практика разговорная такая, как бы они в игровой форме, в музыкальной такой какой-то такой, они разговаривают. Причем он хорошо как бы разговаривает и так далее. А сейчас у нас пошла грамматика английская во втором классе. Они еще с русским языком там до конца не разобрались. Вот. А наше Министерство образования выдающееся, ну просто враги народа, я считаю. Они уже ввели английский язык и грамматику во втором классе. Они еще по-русски писать не умеют, они уже английскую им дают. Понятно, что у нас проблема, ну в смысле, у нас-то не проблема, у меня жена как бы шарит, да? То есть нам-то в каком-то смысле проще. Вот. Мы пока еще можем обойтись без репетитора. Но в целом, у меня вопрос, как у нормального там здраво рассуждающего человека. Как? Ну, в общем, короче, сколько уроков делает сын? Ну, по-разному, как бы, в зависимости от того, там, какие уроки, да? Ну, в целом, ну, часа 3-4 он делает. И это во втором классе. Ну, как бы, примерно вот так получается. Но это имеется в виду все, не только там писанина, но и там читанина, как бы, и так далее. Но часа 3 точно делает. Это во втором классе. Вот. Во втором классе. Ёлку уже поставили? Ну мы что, семья дебилов, что ли? Зачем нам ставить ёлку? Осень только вчера закончилась. Какая ёлка? Ну ёлку мы ставим обычно после католического Рождества. Ну как бы праздник же должен быть праздником. Чё же эта ёлка будет стоять месяц? Она у нас после Нового года стоит до 23 февраля. Ой, да, очень смешную новость прочитал. Значит, если я не ошибаюсь, власти Узбекистана решили поставить в Самарской области памятник Тимуру. Тимуру, хромому Тимуру, Тимуру завоевателя. Ну, как бы выдающаяся историческая личность. Вот. Не так много выдающихся личностей вообще, в принципе, в Средней Азии, там, скажем. Вот. Но Тимур действительно выдающаяся личность. Решили поставить в Самаре. То есть, ну, почему в Самаре? Потому что, оказывается, там где-то под Самарой была какая-то там эпическая битва, когда тимуриды бились с ханом Тактамышем, по-моему. Ну, короче, Тимур с ханом Тактамышем дрался. И, ну, битва была. И, в принципе, после этого, как бы, ну, Золотой Орде в каком-то смысле пришел кирдык. После этого, да? Вот.
Ну, то есть, я все, конечно, понимаю. Тимур как бы был узбеком, ну, причем здесь Самара, но я понимаю, что там битва была. Но нам-то как бы до этой битвы... Это примерно то же самое, что, ну, поставить, я не знаю, там, там памятник там летчикам, которые сбросили там атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме и Нагасаки. Ну, историческое событие, да, правильно? Ну, в смысле, первая в мире ядерная бомбардировка. Почему бы не поставить тогда памятник летчикам американским, которые сбросили эту бомбу, поставить им в Хиросиме и Нагасаки? Или там, не знаю, там, памятник Адольфу Гитлеру поставить в Волгограде на Мамаевом кургане. Ну, Сталинградская же битва, эпическая битва была, да, вошла там во все историки, исторические учебники, да. Ну, давайте поставим тогда еще памятник Гитлеру в Волгограде. Ну, а что нет? Ну, как бы, исходя из логики узбекских властей, если поставить памятник Тимуру в Самарской там области, то, как бы, и остальное тоже можно, нет? Ну, я пытаюсь просто найти как бы логическое оправдание. Ну, то есть, вы чё, поставьте у себя там где-то памятник. Вон монголы у себя там поставили памятник Чингисхану из серебра. Вот, огромнейший там, невероятно там, да? Вот, хотя Чингисхан там дошел, извините, там до Польши, по большому счету. Ну, в смысле, под его предводительством там его сыновья уже, понятное дело, да? Но тем не менее. Ну что, давайте тогда в Польше поставим еще памятник Чингисхану. Ну, как человеку, который дошел из Монголии до Польши. Миронова с 50-летием я поздравил. Слушайте, он меня не поздравлял с 45-летием. Почему я должен поздравлять его с 55-летием? Так что так вот. Ленин у них стоит как человек, благодаря которому вообще государство Узбекистан, как таковое, по большому счету, да, ну, благодаря, в принципе, огромное же количество, да, то есть они там как бы клянут коммунистическую там, там власть, там, да, там, обзывают ее там какой-то там агрессией там и так далее и тому подобное, там, ставят там памятники там антикоммунистическим там какие-то там лозунги пишут там, там и так далее, и так далее. Но дело в том, что вот эти все государства, от которых, как я говорю, ничего не зависит, вот, они вообще существуют благодаря, по большому счету, Ленину и Сталину, даже не Российской империи, хотя, по большому счету, как, ну, как, там, государственное образование там в каких-то границах с каким-то там, ну, вменяемым, собственно говоря, там курсом на развитие и так далее. Многие там государства, не только там Средней Азии, в целом там, да, я беру там СНГ, получили благодаря там, ну, Сталину и Ленину. Чего уж там говорить, Украина-то вообще по большому счету как бы, да, вот больная моя тема, да, вот. А Украина-то вообще как государство, собственно говоря, в том виде, в котором она сегодня существует, она существует благодаря просто Ленину и Сталину, ну, еще Хрущеву, вот. Ну, памятники, которых они там посносили, вот, победили памятники. Это вот точно вот перемога. Абсолютно точная, очевидная перемога, это они победили все свои памятники, вот. Это пока единственная победа. Вот. Дальше, как говорится, там покин и ясно. Вот. Но тем не менее. Поэтому то, что там в Узбекистане, допустим, стоит памятник Ленину, ну, это естественно. Благодаря Тимуру ни Русь, ни Российская империя, ни Советский Союз не существовали. Он просто пришел, Тахтамышу дал люлей и ушел. И все. Вот. А Ленин там, узбекскую, там, УССР, благодаря Ленину и Сталину, да, мы с вами обрели. А потом они стали там республикой, благодаря, остались в тех же границах. Так что так вот, вот. Зеленский, да, слушайте, я вчера все рассказал, ну, перестаньте, как бы. Это проблема украинцев и врачей, наркологов с психологами. Пускай они разбираются. Мне уже надоело в этом говне ковыряться, если честно. Вот. Пускай пугает. Вот. Ну, ну его нахер. Вот, так что так вот. Слушайте, украинцев спросите, грамотный президент Зеленский или нет. Вы посмотрите на его рейтинги. По-моему, там сразу все понятно. Зайти как бы на трон 73% выше, чем у Путина. Понимаете? Почти с таким же результатом, как у Лукашенко.
взойти на украинский, там, я не знаю, чи трон, чи как он там у них называется, и так далее. А на сегодняшний день там сколько у него там? Ну, там тянут уже за уши этот уже рейтинг, там уже там изо всех сил тянут. А толку-то? Там, по-моему, там ниже. Я так понял, что уже Порошенко. Ну, кинокомедия, понимаете? Страна какая-то вот непуганных идиотов. Они сначала выбирают Зеленского, лишь бы не Порошенко, да? Вот. Прошло там 2 года. У них Порошенко уже лидирует. Партия Порошенко, Европейская солидарность, по-моему, или еще что-то, она уже по рейтингам уже обогнала слугу народа. Ну, вы понимаете, что это цирк с конями. Вот. Я так понимаю, что у них теперь будет Порошенко опять президентом, потом опять Зеленский, понимаете? Потом опять Порошенко, потом опять Зеленский. Сразу вспоминается реклама «Банк Империал», помните, была? Вот примерно то же самое. Ну, это я говорю, это цирк. Это страна непуганных идиотов. Ну, я в шоке просто. Что там творится, я не понимаю, как говорится. Вот. Я не понимаю. Ну, рейтинг партии Порошенко выше, чем теперь рейтинг «Слуги народа». Это возможно, понимаете, только на Украине. Страна чудес, понимаете? Страна чудес какая-то. В общем, ладно, ну ее нафиг. То есть, не хочу об этом даже говорить. Нет, я приехал, я сейчас пойду домой. Приехал, был по делишкам, ездил и так далее. В пробке стою. Не, я приехал домой. Вот. Так что так вот. Там до сих пор нету мира. Там, прежде всего, нету мира в голове у людей. Понимаете, в чем дело? Им вот как вот в 2004 году, что называется, подкинули эту заразу революционную. Это вот абсолютно яркий пример. Есть у революции начало, нет у революции конца. Революцию закончил, чтобы вы понимали. Все, что было там в 17 году, революция там одна, вторая, там, да, и так далее. Вот. Сталин закончил кровавыми репрессиями в стране после революции, гражданской войны и так далее. Вот 30-е годы прошлого века, ознаменованные там репрессиями, посадками и так далее, это была поставлена таким образом точка вот в революции 17-го года. Можете себе представить? То есть, грубо говоря, еще там почти 13 лет страна находилась вот в бурлящем таком, знаете, такой, в легком таком бурлящем состоянии после этой революции. Революции, каждая революция заканчивается кровавым террором. Любая. Вспомните все французские революции. После каждой революции гильотина просто работала, понимаете, как автомат, днем и ночью, 24 часа, без остановки. Без остановки. Любая революция заканчивается кровавым террором, понимаете? Но обязательно будет гражданская война сначала. А потом будет кровавый террор. Ну, историю нужно учить, понимать и видеть, как говорится, как я говорю, за горизонт смотреть. Вот там вот мира нету. Там еще все впереди. Там самое интересное еще впереди. Сейчас у них там гражданская война по плану. А следующее, сейчас придет какой-нибудь там руководитель очередной, вот, который просто-напросто начнет просто массово сажать, расстреливать и так далее, и так далее. Все повторяется в истории, повторяется все вот одинаково всегда. Так что тут как бы, ну, будут нюансы, будут там какие-то там, ну, такие моменты, знаете, как говорится, специфика есть, да? Потому что посмотрите, например, на ту же Ливию, да? Вот они совершили революцию, Каддафи, хорошо жили, прекрасно жили. В Ливии уровень жизни был, поверьте, как говорится, многим-многим цивилизованным странам, как до Киева в известном позиции. Тем не менее, произошла революция. Сейчас они проходят фазу гражданской войны, там то затихает, то начинается и так далее, и так далее. Сейчас придет лидер, скорее всего, это будет сын Каддафи, потому что он очень сейчас набирает популярность большую. Ну, это ж, понимаете, как обычно, что имели, не ценили, потеряем, плачем. Теперь у них вся надежда на сына Каддафи, человека, который когда-то им устроил приличную жизнь на самом деле. Вот. Из всей Северной Африки Ливия жила прекрасно. Туда очень многие стремились попасть, остаться там жить и так далее и тому подобное. Теперь у них вся надежда на сына Каддафи, который сейчас вышел на политическую арену. Вот. Ну, посмотрим, если сын такой же умный, как его отец, и такой же жестокий, потому что Каддафи был очень вообще такой жесткий дядя. Вот. То, даст бог, там начнется более-менее там какая-то стабилизация там и так далее. Вот. Когда проекты будут? 5 декабря
премьера на канале ТВЦ в 5 часов вечера, «Березовая роща». Там у меня новый амплуа, я там играю дедушку. Я пока никуда не езжу, я пошу как папа Карло, вот никуда я не езжу, никакие страны я не предпочитаю. Слушайте, я живу в стране, которая занимает 1/6 суши. Вы можете себе представить, куда мне ехать? Зачем? Я свою страну посмотреть хочу сначала. Чего я там не видел? Ну, был я там в Европах, я даже в Сирии был. Я был в Италии, я был в Черногории, я был в Сербии, я был в Германии. Где я еще был? Я был в Турции, я был в Австрии. Где я еще был? В Монголии. Где я еще был? Да, наверное, и все, хватит. Я хочу страну свою посмотреть. Я Камчатку не видел, понимаете? Вот. Да что говорить, я в Казани не был. Я должен совершить исторический хадж, так называемый. Из Москвы в Казань. Вот. Каждый русский человек, как я говорю, и каждый татарин должны пройти дорогами наших предков. Из Москвы в Казань, не, наоборот, из Казани в Москву, ну, по историческим, как бы, да, аналогиям, из Казани в Москву, а потом из Москвы в Казань. Я называю это исторический хадж по святым местам нашей истории. Вот. Я в Казань съездить не могу, хочу, вот. Нет, Байкал я тоже видел, я в Улан-Удэ был. В Улан-Удэ. Я, в принципе, проехал как бы, ну, там, до Улан-Удэ на машине туда и обратно. Был у меня такой в жизни отрезок. Как вспомню, так вздрогну. Я после этого ушел из дальнобойщиков. Вы чувствуете себя украинцем или русским? Я чувствую себя русским украинского происхождения, скажем так. Да. Я родился на Украине. Я украинец. Но я живу в России. Вот. Поэтому я русский украинского происхождения, скажем так. Вот. Вот, Калининград тоже надо съездить. Слушайте, куда мне еще ездить по заграницам? Вот. Там я, понимаете, в свете последних событий, которые происходят в мире, я так думаю, что я, как мои дедушки, в составе десантно-штурмовых батальонов, собственно говоря, еще успею посмотреть и Европу, и Америку. Успею, знаете, такой пеший туризм, как мой дед, понимаете, там один и второй там прошли там от Киева до Берлина пешком практически. Я так думаю, что приходит то время, когда я тоже, видимо, совершить, есть вероятность большая совершить эту пешую прогулку, вот, эту пешую прогулку. Поэтому я, как говорится, хочу пока родину свою посмотреть. Страну, в которой я родился, живу, понимаете? Поэтому я хочу посмотреть на нее. Вот. А куда-то за границу я еще успею. Успею. Так что так вот. Да. Россия огромная и красивая. Слушайте, на самом деле, я вот то, что я вот помню, как я ездил. Я ездил, это был, конечно, извините, конец 90-х. И по большому счету, это была как бы, ну, жопа. Вот, реально, да. Вот. Жопа начиналась уже, в принципе, даже в Подмосковье. Вот так вот, чтобы было понятно. Да, вот Таллин, конечно. Я еще Эстонию всю, ну, не всю, но большую часть Эстонии объездил и так далее. Вот. Но это был конец 90-х. Это там 99-й год, по-моему, если я не ошибаюсь, там. Да, это был 99-й год. Поэтому жопа начиналась прямо уже сразу за МКАДом. Вот. Так я вот проехал до Улан-Удэ и обратно, я как бы все это видел. И сейчас мне есть возможность просто сравнивать, да? Потому что, ну, то, что я проехал, увидел своими глазами, и то, что даже я сейчас не проехал, но я там езжу, как бы смотрю и так далее, мне есть чем сравнивать. Поэтому, поверьте мне, изменения за эти там, грубо говоря, там сколько там, почти там 20 лет, там с небольшим, они просто, ну, невероятные. Просто хотя бы дорога есть. Мы ехали по каким-то участкам, где дороги просто не было. Там была просто глиняная насыпь. И нас К-700 цеплял крюком даже не за бампер, а за нижнюю ось машины. Наматывали железный трос. И нас К-700 по колее волочил просто, ну, как бы до следующего места, где был асфальт. А сейчас там федеральные трассы. Такие, что, ну, там... Европа местами может позавидовать. А, я в Швейцарии еще был. Во, в Швейцарии был еще, точно. Ну, в Германии и Швейцарии. Даже так, сначала в Швейцарии, потом в Германии. Вот, так что так вот.
Изменения огромные с 92-го России. Ну вот, ну тем более. Добились успеху. Да, я добился успеху, опять же таки. Мне говорят там, типа, вот, а что мне не топить за Россию и так далее. Кем бы я был на Украине? При всем при том, что я такой талантливый, красивый и голубоглазый. Да никем бы я там был, понимаете? Все великие украинцы, которые вообще, собственно говоря, в истории по большому счету существуют, реализовались как профессионалы, да, достигли успеха, сделали открытие и так далее, благодаря чему? России, Советскому Союзу. Много очень талантливых людей. Украина в этом плане очень, как говорится, щира земля. Очень много. Но все эти украинцы добились успеха благодаря России, Российской империи и Советскому Союзу. Шевченко, Гоголь. Благодаря кому эти, там, вот просто навскидку, благодаря кому эти величайшие писатели стали всемирно известны? Да только тем, что они в России, там, в Петербурге, там, собственно говоря, творили, писали свои стихи и так далее. Королев, уроженец Украины. Благодаря кому он стал вообще там выдающимся конструктором, там, отцом-основателем космонавтики и так далее? Советскому Союзу. Получил образование, работал в Москве, в КБ и так далее, и тому подобное. И так далее. Вот и я такой же украинец. Потому что я на Украине, я бы не знаю, я бы там быкам хвосты крутил, понимаете? Была бы моя вот примерно доля. Вот. Или работал бы каким-нибудь актеришком в каком-нибудь национальном театре, сейчас бы на мове играл бы там мировую классику какую-нибудь, да? Не факт, что главные роли. Вот. А я рискнул, я приехал в Россию, в Москву. Тут, как говорится, хлебал много чего в этой жизни. Что, Шевченко в Петербурге? Для вас это новость? Вы не знаете? Вы, наверное, не украинка, да? Или украинка? Хотя, собственно говоря, если вы украинка и не знаете, что Шевченко практически подавляющее большинство своих произведений написал в Санкт-Петербурге, вот. Но я знаю, какое сейчас образование на Украине, понимаете? Там церковно-приходская школа сейчас больше дает знаний, чем образование Украины. Я тут жалуюсь на российское образование, но я говорю, что слава богу, что мой ребенок в России учится, а не на Украине, вот. Вы не знали, да, что все свои практически выдающиеся творения написал Шевченко? А заповіт. Почему он говорит, як умру, то поховайте на вкраїні милий, посеред широку степу вирите могилу? Потому что он в Санкт-Петербурге жил. Его выкупили русские писатели, художники, понимаете, выкупили его из солдат. И он уехал в Санкт-Петербург. И в Санкт-Петербурге жил. У очень многих выдающихся российских писателей там, и так далее и тому подобное. Жил, приживалый. Но они давали ему деньги, возможность творить. Он издаваться начал в Санкт-Петербурге. Впервые вообще стихи и так далее. И чтобы вы знали, практически подавляющее большинство своих произведений Шевченко написал на русском языке, а только потом его перевели в советское время в большинстве своем. До этого тоже переводили на украинский язык. Это к вопросу о том, что была такая страшная Российская империя, которая там угнетала все народы. Белорусский язык, украинский язык сохранился вообще в истории, собственно говоря, только благодаря России, потому что выпускались книги, газеты на национальных языках, понимаете, тогда. Поэтому вы как бы, ну, немножко так хотя бы интересуетесь, вот. Так что так вот. Ну, ладно, это так как бы. Ни в коем случае не хотел вас обидеть. Я тоже в этой жизни много чего не знаю. И я этого не стыжусь. И я не стыжусь того, что я могу ошибаться. Понимаете? И когда мне указывают на какие-то ошибки, я всегда обычно не обижаюсь, а я благодарен, что как бы да, я не знал. Благодаря вам я стал умнее. Любая информация, которая вам полезна, делает вас умнее, ее нужно принимать с благодарностью. Так что так. Поэтому не обижайтесь. Не обижайтесь. У вас будет повод просто залезть в интернет, посмотреть, и может быть, вы даже узнаете больше меня. И потом со мной поделитесь этой информацией. Знаете, как говорится, скажите, Юрий, а помните, а вот я такое-такое еще нашла. Я вам скажу спасибо. Правда. Вся наша жизнь, как бы, да, рассчитана на то, что мы учились до самой гробовой доски. Потому что там наверху будем экзамен держать. Поэтому учиться нужно всю свою жизнь. Вот.
Да, так что так. Одевайтесь теплее, поверьте мне. В этой куртке минус 20. Я могу ходить в футболке. Вот. Так что вот такие дела, друзья мои. Да. Поэтому, да, я вас всех обнимаю. Вам всем хорошего настроения. И, как говорится, ну там, сегодня пятница. В принципе, уже, как говорится, на работу можно забить было еще вчера. Видели мою сториз, да? Болт на работу положите еще в четверг. Так что так. Вот. Что вы думаете о Высоцком? Великий советский певец, писатель, поэт, даже композитор в каком-то смысле. Человек, который вот был прямо вот востребован в свое время. Я даже больше скажу, даже сейчас иногда слушаются его вещи, и ты понимаешь, насколько это был глубокий, интересный человек. Вот. При этом был наркоман, алкоголик, дебошир и страшно, страшно неуживчивый человек. Но мы-то ценим людей, наверное, не за это. Мы ценим людей за то, что они оставляют после себя. Вот. Поэтому Владимир Семенович выдающийся человек, и я с большим уважением к нему отношусь. Вот. Все его недостатки меркнут на фоне его гениальности и на фоне его творчества. Да. Так что так вот. Ладно, други мои, я вас всех обнимаю. Будьте здоровы, берегите себя. Вот. И всех вам благ. До скорых встреч. Пока-пока.